Ой, дорогие друзья, если бы вы знали, с какой радостью я как бы узнал о том, что наши проиграли на Евровидении. Я просто на самом деле был счастлив. Почему? Ну, не могу сказать, что песня мне понравилась. Так, я, грубо говоря, твердая тройка с плюсом, если по школьной программе. Если по пятибалльной шкале, да, имею в виду. Твердая тройка с плюсом. Но я просто представил бы, если бы мы выиграли бы, что сколько бы к нам приехало вот этих разных уродов, которые я видел на Евровидении в этот раз. Не поймешь мужчина, не поймешь женщина, не поймешь, что за уроды просто, я не знаю. Неужели им самим кайф дает в таком виде ходить, так одеваться? У них по жизни там сюнят какой-то, понимаете? Все режут, все обрезают, все соединяют, все закрепляют. А что с вами будет дальше? Так и будете ходить с запчастями наружу, понимаете? Ну, это на самом деле ужас. Я просто очень-очень рад, что к нам эти уроды не приедут. На самом деле рад. И надеюсь, что мы никогда не выиграем это Евровижн. Евровижн этот долбанный, что к нам эти уроды больше не приезжали. Клянусь, не хочу. Пускай мы живем так, как мы живем. Понятно, где-то как-то у нас что-то существует, но в минимальных количествах. Но не столько, сколько существует там в Европе. Поэтому я счастлив, что эти аватары к нам не приедут. Спасибо за непобеду. Удачи!